Тихоокеанский симфонический оркестр Приморской краевой филармонии и симфонический оркестр Шэньянской музыкальной консерватории дали большой совместный концерт в провинции Ляонин Китайской Народной Республики. Артисты исполнили для публики самые любимые и узнаваемые произведения русских и китайских композиторов. Совместный концерт прошел с аншлагом. Представление посетила делегация Приморья. По словам первого вице-губернатора, председателя правительства региона Веры Щербины, публика всегда тепло принимает наших артистов, поэтому культурное сотрудничество будет расширяться. Так, в этот же день Приморская краевая филармония и музыкальная консерватория Шэньяна заключили соглашение о сотрудничестве и последующих культурных обменах. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.